Здравствуйте, ребята, Кривой Рог. Всем привет. Значит, обмежили рух движения. Грузовики идут, ну, походу полиция частично пускает сюда рух движения. Вот. Здесь вот так вот все это выглядит. Вон, маршрутки идут, автобусы идут. Проехать можно. Вот так вот все выглядит. Это Кривой Рог. Фура колеса привезла. Будем палить. Журналисты. Людей очень много. Проехать могут, только что туда проехали, без проблем. Полиция, видно, чуть-чуть огорчает. Сейчас я вам сделаю опрос людей. Вот. Ребята, как настроение? Отлично. Все нормально. До последнего. Ребята начали колеса подпаливать. Да, сейчас полевая кухня приедет. Машины пошли. Надо полностью блокировать, потому что нас кто-то услышит, потому что это пиздец. Это Кривой Рог. Еще раз напоминаем вам. Ребята запаслись скатами. ЖД-мост тоже частично пацаны блокируют. Это такое, такая шутка, видно, наши активисты на мосту повесили флаг. Людей собралось более, где-то человек 500 точно есть, они все разбросаны. Как настроение? Нормальное, хорошее настроение. Что, дожмем их? Конечно, нет. Правильно. Ребята, как настроение? Обалденно. Стоим до последнего. Кривой Рог настроен амбициозно. Как настроение? До последнего стоим. Машин много. Фуры вот так вот едут у нас. Да, уже костры начали палить, скаты палить. Ну, чтоб внимание действительно обратила наша конченая власть. Вот. Машин здесь очень много припарковалось. Я думаю, что скоро будем еще
подпаливать скаты здесь, чтобы это все было заметно. Как настроение? Отлично. До последнего. Ночуем здесь. Сейчас должна приехать полевая кухня, здесь будем еду готовить, палатки ставить. Обмежение руку полностью делаем. Машины могут проехать, вы сами все видите прекрасно. Все здесь открыто, проезд есть. Вот. Автоевросила. И вот наши активисты тоже. Если скажут, надо перекрывать движение уже, то будем перекрывать и движение. Машин очень много, я сейчас залезу на вот этот мост, ребята, покажу вам сверху, сколько нас собралось и как эта акция выглядит. Добро пожаловать в Кривой Рог. Дай бог, чтобы я не упал на этом мосту. Ну, сейчас я залезу. Ждем команды, если скажут перекрывать, мы будем перекрывать. Вот, но... Без команды высшего керівництва мы перекрывать не будем движение. Это уголовно наказуемое. Пока мы обмежим рух, чтобы наша держава нас почула. Скользко здесь. О. Ну ничего. Пролезем. О. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Будет хороший пейзаж, вид хороший. Такой у нас мост. Фух. Смотрите, будет отличный пейзаж. Проезд Кривой Рог. Железнодорожный мост. Здесь уже поезда не ездят. Вот так это все выглядит. У нас акция. Кривой Рог организовался хорошо. С этой стороны вот. У нас, ребята, прямой эфир. Как ваше настроение? До последнего стоим. Добьемся, дожмем нашу власть, чтобы нас услышала. Ребята, вот так вот все выглядит это. Пейзаж отличный просто. А есть Кривой Рог. Сигналят, поддерживают. Есть информация у нас внутренняя, что Беркуту наготове, в случае чего, типа готовы действовать. У нас есть тоже докладчики в Беркуте, которые будут, в принципе, нам скоординировать какие-то действия от власти. Мы будем знать уже их шаги все наперед. Так что вот так вот. Полиция, в принципе, в Кривом Роге поддерживает тоже людей. Вот они тоже за доступную растаможку. Почему они здесь? Потому что сейчас какой-то дурачок встал на Вито, перекрыл движение. Вот так вот движение все. Диванники пишут, диванные войска всякие, ничего не будет там. Пошли вы нахер, блядь, сидите на своих диванах, блядь, и сосите чупа-чупс, блядь. А не писать комменты такие диванные. Какой-то Александр Трачук, блядь, что-то чуп, блядь, пишет, блядь, конь педальный. Извините за выражение. Подпалили скаты, ребята. Это Кривой Рог. Автоевросила Кривой Рог.
кто-то разворачивается, что-то непонятно хочет. Машины идут вот потихонечку. Это дорога на Днепропетровск, в ту сторону Днепр. Так что Кривой Рог бойкотирует. Выглядит так эта вся цепочка. Кривой Рог. Стоим до последнего. У нас организована будет полевая кухня. Питание уже девочки жарили котлеты и все остального там вкусняшек всяких будем бойкотировать, пока наша власть конченая не услышит людей обычных. Наша власть просто не знает, как жить бедно. Они привыкли жить как кот в масле. Вот так вот Кривой Рог весь задымился, заполонился. Значит, мы будем прекращать эфир наш, потому что другие ребята уже на очереди. Значит, уважаемые коллеги, желаю вам бодрого настроения. Стоим вместе до последнего. Кривой Рог вас всех любит и ценит. Вместе сила. Всем пока. Завершаю эфир. Пока.